Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. На вашем экране сейчас ссылочки с баннерами на интересные, на живые каналы. Переходите, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, оценивайте, комментируйте видео. Подписывайтесь на мой канал. Напоминаю о том, что у нас стартовал проект по кругу, в котором будет много ножей, много участников, много видео, тестов, обзоров. Поэтому следите за каналом. Ну а мы, собственно, переходим к нашему сегодняшнему, так сказать, анбоксингу. Ну и, в общем-то, такая вот посылочка пришла мне. С другом мы поменялись, который вот этот ножик мне подарил, кстати. Спасибо большое, Эланд. Кстати, Эланд меня, в принципе, радует. А вот так вот сразу мы отрезали половину этого конвертика. Так, тут у нас что? Небольшой подарочек. Новокузнецк. Жека, спасибо. С удовольствием частичку твоего города размещу у себя на холодильнике. Жека у нас работает шахтером. Славная профессия. Ну и, в общем-то, главное у нас вот тут вот такая вот интересная штука. Блин, не терпится. А, зараза, так, надо аккуратненько, аккуратненько. Аккуратненько. Так, давай. Опа, опа. Все, изолента. Так, и у нас здесь вот такая вот фронталочка. Офигеть. Вот это да, блин. Так, ну и как интересно, собственно, работает. Так, ну тут замочек. Снимаем замочек. Ох ты! Нифига себе. Вот это да. Вот это вайпер, шарат. Ха-ха, вот это да. Тут у нас такой стеклобой. Мне казалось, что она меньше будет. Но в руке, в принципе, ну не сказать, что как-то сидит у нас лезвие такое. Так, вот она, заводится пружинка. Тут у нас что такое? Вот тут вот. У нас что-то такое небольшой этот, какой-то скольчик. Вот это зачем? Интересно. Интересно, что за кнопочка? Блин. А, ну, в общем, снимается с фиксатора, получается. Ну, блин, угарно. Угарно. Такая фронталочка. Ну классно, классно. Так, ставим на фиксатор. Тут у нас какой-то значок. Шарат кастом с каким-то человечком. Надпись Шарат. В общем-то, клипса. С предупреждением. Осторожно, такая достаточно жесткая клипса. Так, что у нас здесь? Небольшой стеклобой. Ну и, в общем-то, такая вот фронталочка. Все, она зафиксировалась. Люфт. Ну, небольшие, кстати, люфты. Я думаю, больше будут люфты. Тут у нас, интересно, какая сталь? Так. Здесь у нас есть какая-то маркировочка стали. 40-34 сталь. Так, такое вот у нас лезвие. Такое, как сказать... кинжалообразное такое. В общем-то, двусторонняя заточка. Интересно, как он по сертификату проходит. Как нож туристический. Ну, в принципе, давайте длину лезвия сравним. Ну, достаточно длинное. Интересно, оно больше 90 миллиметров или меньше. В общем-то, потому что если больше, то она, по идее, должна быть запрещена в России. Ну, так-то даже вот таким вот хватом, по идее. О, вот так вот. Обратным хватом. Ну, рукоять такой, квадрат. Ну, нормально, в общем-то, сидит в руке. Ну-ка, если так вот на фиксатор поставить. И попытаться сложить. Он, по-моему... А, нет, сложится. Ну, то есть, уже сразу будет на фиксаторе. То есть, шарат. Вот такой вот у нас шарат. Вот достаточно бодро вылетает. Люфты, в принципе, незначительные совершенно. Ну что ты. Так, фронталочка у нас что получается? А, ну вообще она разбирается. Ну, я думаю, лучше туда не лезть, конечно. Вот тут небольшой косячок. Ну, совершенно не страшный. Ну, угарно. Угарно, в общем-то. Поиграться, конечно, милое дело. Я не понимаю, что фронталки такие уж серьезные. Нажит у нас чехольчик. Ну, по-моему, это
От нее, не от нее. Такой чехольчик. Нет, ну это не от нее, это просто он положил в нее, упаковал. Чехольчик совершенно такой, кстати, бездарный, в общем-то. Ну, вот такая вот посылочка, распаковочка у нас. Классный ножик. Ну, походу, он вот так вот он работает для обратного хвата. Фронталочка эта предназначена. Ну, в общем-то, что ж, Жеке, спасибо, интересный нож. Конечно, ребят, я думаю, что больше это будет игрушка. Но все равно классно. В общем-то, ну, давайте напоследок я сделаю. Вот так вот. Вот так вот напоследок сделаю. Опа. И, в общем-то, на этом будем с вами прощаться. Подписывайтесь, следите за каналом. Ставьте лайки, дизлайки, оценивайте видео. Спасибо за внимание и до свидания.